Здравствуйте всем, дорогие видеозрители! Всем, как говорится, горячий летний привет в преддверии осени и зимы. Ой, зима скоро, и я ее боюсь. Представляете, придет зима, слякоть, снег с морозами и простудами, и с гриппами. Слышать это слово я не могу, этот грипп, ужас. Вечно какие-то новые гриппы на нас ползут, то птичьи, то свинячьи, то попугайские. Ну, по телеку говорили, что скоро таракани будет. Так я всех тараканов китайским мелом разрисовала. На всякий случай, нафиг мне таракани грипп. Я и со свинячьего до ужаса боялась, но у нас в городе свиней, слава богу, не водится. О, зато тараканы пачками бегают, усами шевелят, гады. Вот принесут грипп, заразят всех подряд, а нам доктора прививки повтыкают. Не-не, мне такого не надо. А недавно вот соседка Дуня сплетничала, бабок дворовых пугала, что будет, говорят, грипп рыбий. Вот клялась, божилась, что в интернете вычитала. Ой, не верю я ей. Она читать все равно не умеет. Наверное, ей новость муженек с работы притащил. Вот же, вроде мужика, а сплетник просто высший класс. Все новости домой тащит. А жена потом по району растаскивает. Районным радио работает, сарафанным таким, большим сарафанным радио. Да врут они все с мужем. Ну как может быть грипп от рыбы? У меня дома аквариум стоит. В нем бойцовская рыбка плавает, дрочливая такая. Года три уже живет, всех побила, ни разу не чихала. И что теперь? Эту рыбку на колбасу пустить? Или пожарить? Или шашлык из нее сделать, так жалко, ее маленькая очень. И нам на ползубка, и ей, в общем-то, не в радость. Ой, нет, не верю. Вот не верю и все. Ну, не может быть рыбьего гриппа. Хотя, с другой стороны, при нынешнем-то прогрессе все может быть, я вам точно говорю, все. И запомните, меня зовут Маша Машуня, и я никогда не вру. Вот честное слово, как два пальца об асфальт. Ой, простите, короче, не вру я. Иногда могу приврать, могу преувеличить, а так не вру. Истинный крест, не вру. Приходите еще, свидимся, поговорим о нашем, о наболевшем. Ну, пока, покушечки.